Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Subaru Outback. Итак, как вы поняли, машина приехала без дверей. Хозяин прикупил крыло, две двери по цвету машины, установил их, и моя задача только исправить порог. Порог буду менять. Менять буду только внешний металл. У меня есть донорский кусочек, его я и установлю. Итак, приступил к ремонту и первым делом измеряю петли. Размеры взял с целой стороны, померил петли на месте. Приложил донорский кусок, обрисую его и затем удалю поврежденный металл. На месте стыков вварил металлические вкладки и приступаю к сварке порога со стойкой. Сварил, зачистил, здесь все готово. Теперь надо исправить вот эти вмятины. Это я уберу при помощи споттера.
Итак, сварочные кузовные работы я закончил. Теперь устанавливаю двери и крыло. На этом работа закончена. На работу ушло 2 дня. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!